Здравствуйте, приветствую всех гостей. Спасибо, что пришли на наше небольшое мероприятие. Сегодня мы представим вам нашу работу в течение всего учебного года. Мы уже прочитали много рассказов известных русских классиков Пушкина, Толстого, Чехова и многих других. Сегодня мы представим вам скетчи на маленькие рассказы Чехова и один рассказ о Гене. Но вначале я прочту поэзию Михаила Лермонтова «Парус». Это был наш проект, в котором приняли участие мои друзья, мои одноклассники. После моей поэзии пойдет о Генри и родственную душу. Чуть-чуть попозже будет Антон Чехов «Толстые тонкие» и в конце рассказы Антона Чехова «Дачники». Спасибо за ваше внимание. Bienvenue à tous. Tout d'abord, merci d'être venus à notre petite présentation. Tout au long de l'année, les classes de russe de 5e et 6e ont lu quelques histoires de célèbres classiques russes comme Pushkin, Tolstoï et encore d'autres. Aujourd'hui, ils vont vous présenter les adaptations de grands écrivains russes. Mais quand, avant ça, Anthony et moi, nous allons vous présenter un poème intitulé L'Avoine. Et donc moi, je vais faire la traduction en français et lui en russe. Donc, voici le programme. En premier, nous allons commencer. Après une première histoire intitulée Hamster va être présentée par la sixième. Ensuite, l'histoire suivante sera Épais et mince, présentée par Felicia, Elisabetta et Lily. Et pour finir, la dernière histoire sera Résident d'été, aussi présentée par la sixième. Nous mentionnons aussi les troisièmes qui ont étudié au long de l'année des poèmes et d'autres choses, des textes par exemple. Ils ont fait leur propre journal à partir des images et des caricatures faites de Bourgogne et ils ont écrit des histoires sur ces images. Par exemple, merci. Maintenant, ma poésie. Tu peux m'en parler. Лес, парус одинокий, тумане, море голубом, но ищет он в стране далекой, ступил в лоб, краю родном, играет волны, ветер свищет, и мачта гнется и скипит. Увы, он счастья не ищет, но у него счастье бежит. Отсюда! Вот подошел к столу и почувствовал
по железной дороге. Встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его раскрылись, как спелые вишни. Пахло от него дорогим вином и фьер-таранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был набит чемоданами, пиджаками и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной душой. С ним был высокий гимназист, его сын. Парфей! Ты это? Голубчина! Сколько зим? Сколько лет? Батюшки! Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? Ну как ты? Рассказывай! Ну что ты, богат, женат? Ну что думаю обо себе? Посмотри на меня, такой же красавец, как и был. Я уже женат. А это сын мой. Нахалаюсь, не бойся. Ученик, между прочим, третьего класса. А помнишь, как тебя дразнили в школе? Геростратом обзывали за то, что ты книжку папироской прочёл. Вот времена были. А меня за то, что я ябедничать любил. Ну, как живёшь? Да, я мелкий чиновник. И звание плохое. Ну да бог с ним. Жена уроки музыки отлично дает, а я портсигары делаю. По рублю за штуку продаю. Отличный портсигар. Ну, а ты что? Служу? Милый мой. Служу должность. Я? Я не советник? Даже? Тебе? Тонкий вдруг побледнел. Окаменел. Но скоро лицо его скривилось широчайшей улыбкой. Он съежился, скорбился. Ну, что вы, вот, друзья детства были, а вдруг вышли такие вельможья? Ну, полно. И к чему этот тон? Мы с тобой, друзья детства. И к чему тут это твое, тут чьи-то почитание? Ну, что вы? Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал 3 балла, поклонился все туловище и захихикал, как китаец. Thank you.
еще вниз.